Уважаемые гости форума «Экология большого города». Сейчас подходят еще коллеги из залов. Давайте минутку подождем и начнем пленарную часть и открытие форума «Экология большого города». Так, коллеги, ну мы начнем. Желающие присоединиться непременно к нам присоединяться. Я Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга. Сегодня модерирую наше пленарное заседание. Пленарное заседание 20-го экологического форума, юбилейного экологического форума «Экология большого города», который проходит на площадке экспофорума уже в 7-й раз и всегда вызывает большой интерес специалистов, профессионалов в области охраны окружающей среды. В этом году мы выбрали лозунгом, слоганом нашего мероприятия «Экология. Взгляд в будущее». Экология – перспективное направление, перспективная отрасль. Об этом говорят те проекты, программы, которые реализуются в нашей стране, и взаимоувязано с абсолютным большинством направлений, которые являются частью жизни страны. Сегодня у нас в гостях представительный президиум, который расскажет о наиболее перспективных и значимых трендах развития отрасли на ближайшие годы. Но для начала, по традиции, хотелось бы дать возможность поприветствовать собравшихся и форум «Экология большого города». От Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации зачитывает приветствие Минухин Роман Борисович, директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России. Коллеги, добрый день. От имени министра хотел бы поприветствовать участников форума. Экология сейчас имеет расширенное значение и понимается в целом как синоним природы. Изначально это значение принадлежало науке о влиянии человека на окружающую среду. Сегодня наша задача – максимально сократить это влияние, повысить уровень экологической безопасности. Высокоэффективная ресурсосберегающая экономика является одним из приоритетных направлений государственной политики в Российской Федерации. Перед нами стоит исключительно важная задача стимулировать внедрение современных природоохранных технологий. Подобные преобразования будут способствовать повышению экологической эффективности российской экономики. Несомненно, форум повысит экологическую ответственность бизнеса и граждан России, станет одним из стимулов перевода экономики нашей страны на принципы устойчивого развития. У нас не будет достойного будущего без бережного отношения к окружающей среде. В наших с вами силах сохранять уникальные богатства нашей страны для себя и будущих поколений. Желаю вам удачной работы и плодотворных переговоров. С уважением, Александр Александрович Козлов. Хотел бы еще от себя добавить немножко, поскольку, да, отвечаю за водный блок. Очень много сейчас уделяется времени именно водным объектам. Реализуются ряды федеральных проектов оздоровления Волги, сохранения уникальных водных объектов, сохранения озера Байкал. Большие задачи стоят на ближайшую перспективу в отношении бассейна реки Дон, расширения географии Волги. Большое очень внимание уделяется, поэтому хотелось бы, чтобы на площадках форума эти вопросы тоже дополнительно были рассмотрены, выработаны какие-то рекомендации. Министерство с удовольствием возьмет их в проработку. Ну и совместно, я думаю, будем двигаться и наши бассейны все больше охватывать экологическим вниманием. Спасибо всем, удачи и хорошей работы.
Спасибо, Роман Борисович. Экология большого города, форум международный. Но в этом году впервые активное участие в подготовке форума, в подготовке мероприятий форума приняла Япония. И с приветственным словом к участникам форума обращается заместитель министра экологии Японии, господин Кондо Томохиро. Здравствуйте, dear people of Russia, especially of St. Petersburg and Leningrad Oblast. I would like to congratulate that the beautiful city of St. Petersburg, the cultural center of Russia, will host this wonderful international conference on the environment. Environmental issues have no borders, and all countries must work together to protect our beautiful planet. As we know, we are now facing two global crises, the COVID-19 pandemic and climate change. At this critical juncture, it is essential for all of us to redesign our socio-economic system to make them sustainable and resilient. With this in mind, Japan is now accelerating three transitions: a transition to a decarbonized society, a transition to a circular economy, and a transition to a decentralized society. Japan is currently working on to promote a transition to a circular economy from three points. The first one, policy making. Japan submitted a bill on plastic resource recirculation to our diet to promote designing sustainable products and also to promote the reduction of plastic waste and the decarbonization of plastics. Regarding to the Osaka Blue Ocean Vision, which aims to reduce additional pollution by marine plastic layer to zero by 2050, well, it has already been shared by as many as 86 countries now. I'm grateful that it has been shared with Russia as well. The second one, finance. Japan has published the world's first disclosure and engagement guidance to accelerate sustainable finance to innovative companies with a view to realize a circular economy. The third one, partnerships. The government of Japan and Keidanren, the largest business federation in Japan, have launched the circular economy partnership to facilitate the transition to a circular economy. Within the framework of this forum, the Consulate General of Japan in St. Petersburg and the St. Petersburg City Government will host the Japan-Russia Regional Exchange Environmental Conference, Clean Ocean, on the theme Marine Plastic Waste. We hope that the conference will be a meaningful opportunity for experts from both Japan and Russia to work in partnership to solve this problem. Currently, Japan-Russia relations are progressing in a wide range of areas of cooperation, including economic and cultural exchange. This year is the Japan-Russia year of regional and sister city exchanges. And it is very significant that today's event took place while the outbreak of the new coronavirus is still ongoing. Once again, I would like to thank the Russian side for the initiative in organizing this conference. Спасибо большое. Ну, к сожалению, мы вот отсюда, со стороны подиума, не увидели выступления. У меня большая просьба к технической службе решить эту проблему сейчас. Мы видели только заставку. Спасибо. Нет, я думаю, что мы оставим, посмотрим потом записи. Но суть в том, вкратце для президиума выступления, что проблемы экологически общие, а Японию крайне волнует вопрос загрязнения мусором. И для этого, безусловно, есть возможности и у России, и у Японии для того, чтобы совместно над этой проблемой работать и ее решить. Теперь мы переходим уже непосредственно к той части докладов, которые у нас запланированы. И первое выступление, позвольте пригласить к микрофону председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дениса Сергеевича Беляева. Дорогие друзья, коллеги, очень рад вас приветствовать на юбилейном форуме. Убежден, что вопросы охраны окружающей среды, они, естественно, касаются не только специалистов, да, они касаются абсолютно всех. И успех, опять же, зависит от наших совместных действий в этой сфере.
Международный форум, он является уникальной для нас площадкой, где мы можем посмотреть опыт других и стран, и регионов, обменяться им, посмотреть и присоединиться к каким-то проектам природоохранным. Я в своем небольшом выступлении коротко постараюсь рассказать о тех вопросах природоохранной деятельности, которые решаются у нас в Санкт-Петербурге. В 2020 году по поручению губернатора была создана мобильная экологическая дежурная служба. То есть уже год, как 1 апреля будет год, как она работает. Получили действительно хороший эффект, там порядка 10 тысяч обращений граждан по различным вопросам. И вопросы загрязнения водных объектов, и вопросы химического загрязнения, и различные другие. То есть нам удалось концентрировать все усилия разрозненные и сделать живой диалог с жителями. Действительно, большое внимание охране водных объектов. Петербург – это город на воде, это северная Венеция. Мы прекрасно знаем, что это особая ценность нашего города, и в этом направлении постоянно наращиваем объемы работ в части реализации и реабилитации экологической водных объектов. То есть я уже цифры эти озвучивал, но еще раз повторюсь, что у нас 3,5 раза больше объем выполняемых работ по данному направлению. Мы практически в два раза больше убираем сейчас наплавного мусора и дальше будем наращивать эти темпы. Также в 2021 году мы заканчиваем в рамках сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология» реализацию проекта по очистке реки Смоленко. Важным направлением является эксплуатация гидротехнических сооружений. То есть сейчас на балансе комитета 126 гидротехнических сооружений. Большая работа ведется по постановке их на учет. И опять же, не только комитетом по природопользованию, но и администрациями районов, комитетом по имуществу Санкт-Петербурга. То есть мы сократили практически в 5 раз количество бесхозных гидротехнических сооружений. Ликвидация накопленного вреда – это новое наше полномочие, и в 2020 году мы провели 6 исследований по данным объектам, и уже в марте 2021 года Министерство природных ресурсов включило в приказ 2 этих объекта, что позволит начать в этом году нам проектирование и, как следствие, приступить уже к реализации проектов по ликвидации объектов накопленного вреда. И я так надеюсь, что и с точки зрения не только городского, но и федерального софинансирования. В принципе, вот анализируя количество обращений граждан и вопросов задаваемых, мы все-таки делаем большую ставку на то, что система мониторинга сейчас тоже будет развиваться. То есть мы в рамках концепции, которая обсуждалась у нас на совете при губернаторе Санкт-Петербурга, завершили разработку концепции и приступили уже, создали рабочую группу к ее реализации до 2030 года. И можно сказать, что несмотря на какие-то сложности, мы прекрасно видим, что мир меняется, и сейчас ситуация вокруг нас, она динамично заставляет нас задуматься о тех новых вызовах, и то, что было 15 лет назад, те исследования, которые проводились, на основании которых сейчас система была создана, и сейчас это немножко разные вещи. Так что будем актуализировать систему, будем вводить новые станции автоматизированные для оценки состояния окружающей среды и также наращивать объемы в этом направлении. Несмотря на тяжелый год в плане всех ограничений, связанных и с ковидом, и возможностью работы наших контрольно-надзорных органов, мы постарались не снизить здесь нагрузку и не ставили, допустим, основным, скажем так, таким критерием оценки деятельности количества надзорных мероприятий, но тем не менее также не пытались их снижать, потому что прекрасно понимаем, что в этой части мы можем тоже приобрести определенную эффективность. И по результатам нашей работы мы выявили больше 1000 нарушений природоохранного законодательства, было наложено 20 миллионов 605 тысяч рублей штрафов, это достаточно серьезные цифры. Но в рамках профилактических мероприятий в 2020 году мы провели 2852 профилактических мероприятия. То есть мы все-таки ставим своей целью не просто принуждение, а убеждение, разъяснение и повышение экологической грамотности.
Вот с точки зрения организации всех процессов, так или иначе, мы вот для себя видим некий стимул для развития и потенциал именно в экологическом просвещении. Экологическое просвещение, вот взгляд в будущее, я уверен, что этот взгляд в будущее невозможно сделать без того экологического просвещения, тех экологических знаний, которые нам необходимы. Это основной аспект нашей деятельности, и даже с учетом сложного года, сложных этих ограничений, о которых я уже говорил, мы провели порядка 180 мероприятий, в которых в офлайн режиме участвовало 22 тысячи человек, а если посмотреть на аудиторию, которая присутствовала и была вовлечена в соцсетях, то это порядка 500 тысяч человек, которые так или иначе участвовали во всех мероприятиях, отвечали на вопросы, ставили какие-то свои комментарии, то есть находились непосредственно в развитии вот нашей этой системы, которую мы еще формируем. Я уверен, что она будет дальше развиваться. Ну и тут отдельный аспект нашей деятельности, отдельная наша, наверное, гордость, это все-таки я уверен, что экологическое образование, экологическое просвещение, оно должно быть тесно, взаимно связано и с тем практическим опытом, который должны люди видеть, приобретать. В условиях мегаполиса, в условиях городской среды в Санкт-Петербурге сохранены 15 особо охраняемых природных территорий. Это большая наша гордость. Отдельно хочу вот сказать большое спасибо, то, что эта работа она не заканчивается, она дальше продолжается. Сейчас формируются еще 3 особо охраняемых природных территории. И формируются новые экологические маршруты. Это очень необходимо, потому что антропогенная нагрузка растет, а мы в рамках субъекта сложного, со сложными историческими различными циклами, удается нам сохранить эти оазисы, эти островки нетронутой естественной природной среды. И формируя там те же экологические маршруты, у нас планы есть большие и на текущий год по введению в эксплуатацию и проектированию новых. Мы позволяем не просто на картинках как-то это все увидеть, а воочию, не выезжая далеко куда-то, посмотреть ту первозданную среду, которая оставалась неизмененной уже многие тысячи лет. Так что, завершая свое короткое выступление, хочу отметить, что уже говорил, Александр Дмитриевич Беглов в этом году объявил региональный год экологии. Меня уже сейчас спросили, какие вы планируете мероприятия. Для нас это тоже была определенная новость. Мы обязательно все мероприятия, которые в рамках этого года спланируем, их объявим. Мы пригласим вас всех в них участвовать. Мы дадим возможность каждому в каждом мероприятии. И если у вас будут какие-то идеи, предложения, мы также готовы их принять, выслушать и проанализировать все вместе. То есть абсолютно как бы плохих предложений не бывает, все будем рассматривать. И надеюсь, что общими усилиями будем совершенствовать все различные механизмы, и законодательные, и наши непосредственно механизмы реализации природоохранных проектов. И хочу пожелать всем успешной работы на форуме, новых деловых контактов, новых знаний, новых проектов, а также чудесного весеннего, солнечного, яркого настроения, как сегодняшний день, и доброго здоровья. Спасибо большое. Спасибо, Денис Сергеевич. Наш форум, он и международный, и межрегиональный. С удовольствием представляю вам нашего гостя, министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Михайловича Белановича. Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите организаторов мероприятия поздравить с его юбилейным выходом. Вот. Для того, чтобы немножко вести вас в курс дела, то есть скажу несколько цифр. То есть Пермский край – это 15 миллионов гектар земли, из которых 12 миллионов – это лесной фонд. Пермский край – это большая сеть водных объектов. Город Пермь является лидером в России по площади городских лесов. Поэтому для нас было очень важно, чтобы наши зеленые насаждения, находящиеся в городах,
были зарегулированы региональным законодательством. Поэтому какое-то время назад мы приняли решение о принятии закона Пермского края об охране озелённых территорий Пермского края. Мы его разрабатывали в целях правового регулирования вопросов использования, содержания, охраны и воспроизводства озеленённых территорий. В основу данного законопроекта положено понятие озеленённые территории, территории различного функционального назначения, покрытые древесно-кустарниковой и травянистой растительностью или искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью. Указанное понятие более широкое по сравнению с понятием «зеленые насаждения» и позволяет нам обеспечить охрану как существующих насаждений, так и связанных с ними территориями и объектами. В сферу данного регулирования не попадают отношения, связанные с использованием городских лесов, особо охраняемых природных территорий и лесопарковых зеленых поясов, которые урегулированы на федеральном уровне. Данный законопроект устанавливает отдельные категории озелененных территорий, в отношении которых осуществляется регулирование. Законопроект направлен на закрепление разрозненных или незакрепленных законодательно понятий и определяет полномочия органов местного самоуправления городов, которые непосредственно управляют озелененными территориями. Правоосновой для разработки данного законодательства являются федеральные законы о принципах общего местного самоуправления в Российской Федерации и об охране окружающей среды. Следующий слайд. Или слайдов нет. Где слайды? Слайды где? Хорошо. Необходимость разработки законопроекта назрел давно. Пермский край всегда отличался высоким уровнем общественной активности в области охраны окружающей среды и обеспечения благоприятной и комфортной среды для жизни людей. Кроме того, принятие законопроекта, регулирующего вопросы воспроизводства зеленых насаждений, позволит повысить качество использования при озеленении городов посадочного материала. И в ближайшее время мы планируем объявить аукцион на строительство питомника для выращивания крупномеров. Это позволит создать дополнительные рабочие места, снизить затраты на перевозку крупномеров из наших городов субъектных соседей. Важнейшим вопросом, требующим в настоящее время на момент урегулирования, является необходимость обеспечения сохранности зеленых насаждений при проведении, в первую очередь, строительных работ. Поэтому мы прямо предусматриваем необходимость принятия мер по сохранению существующих насаждений и учету нормативов озеленения территорий при архитектурном проектировании. Разрабатывая законопроект, мы проанализировали имеющуюся в России практику. В настоящий момент таких законопроектов в субъектах немного, их, соответственно, всего 17, и не везде они носят глубоко зарегулируемые вопросы, как правило, носят рамочный характер. В России лидерами являются 4 субъекта Российской Федерации, в которые входит, соответственно, Санкт-Петербург, Краснодар, Москва. В первую очередь, наш закон должен защитить территории от неконтролируемого сноса зеленых насаждений, обеспечить максимальную сохранность здоровья деревьев на зеленой территории. Особенно это касается проведения строительных работ. Вторым немаловажным результатом правоприменения данного закона видим пополнение местного бюджета от оплаты за снос зеленых насаждений, поскольку в законопроекте постарались максимально проработать вопросы проведения компенсационного озеленения как в натуральной форме, так и в денежной. И это существенно может повысить бюджет городов. Также краевым законом будет введена административная ответственность за правонарушение в области содержания, охраны и воспроизводства зеленых насаждений. Так. Слайды, да, странно появились. В
Структура законопроекта представлена на данном слайде. Ключевые моменты в отношении полномочий органов местного самоуправления – это утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования с учетом существующих и перспективных озелененных территорий, утверждение порядка сноса и выполнения компенсационных посадок при сносе, при повреждении зеленых насаждений, расчет ущерба, предъявление исков за ущерб озелененным территориям, инвентаризация и учет озелененных территорий, спланированное создание и развитие озелененных территорий, также информирование населения по разным каналам коммуникаций. В области использования содержания охраны и воспроизводства зеленых территорий Пермского края за гражданами и некоммерческими организациями закрепляются права, направленные обращений, заявлений, жалоб, предложений, предъявлений исков в суды по возмещению вреда озелененным территориям, общественный контроль. Вводится также понятие общественного патронирования, которое представляет собой создание особых коллегиальных органов, например, для решения вопросов озеленения внутридворовых и придомовых территориях. К обязанностям граждан, некоммерческих организаций и юридических лиц законопроект относит недопущение повреждения и уничтожения зеленых насаждений, соблюдение правил пожарной безопасности, проезда и стоянки транспортных средств. Важный момент, связанный с финансированием мероприятий по содержанию озелененных территорий, средств, поступающих в бюджет муниципального образования за снос и повреждения. Считаю, что принятие данного законопроекта позволит реально повысить управляемость в данной сфере и комфортные условия для проживания в них его жителей. И буду благодарен, если кто-то из вас, коллеги, поделится положительным опытом в данной сфере. Но, завершая свое выступление, хочу сказать, что Пермский край на сегодняшний день также представлен почти 300 особо охраняемыми природными территориями, которые объединены у нас в единую дирекцию. Также, где мы сегодня продолжаем развивать экологический туризм. Вот, мне было очень приятно слышать про особо охраняемые природные территории города Санкт-Петербурга. И поэтому мы также рады видеть вас на территории Пермского края, потому что территория края, она всегда рада видеть своих гостей. Спасибо, всем желаю хорошей работы. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. Пермь – это практически ворота в зеленые легкие мира, Сибирь. И, конечно, зеленые насаждения крайне важны. И мы понимаем всю эту важность и ее осознаем и ценим. Но все-таки наш форум – экология большого города. А вот что думают руководители крупных городов? Мы слышали выступление Дениса Сергеевича, знаем уже теперь, что происходит в Санкт-Петербурге. Есть у нас еще один город, столица нашей Родины, которая во многом по своим возможностям превосходит все другие субъекты Российской Федерации и также во многом является лидером и локомотивом, в том числе и экологических движений. С нами на связи в режиме онлайн руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Олегович Кульбачевский. Здравствуйте, Антон Олегович. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Извиняюсь, что не смог лично поприсутствовать на этом прекраснейшем мероприятии, но разрешите мне свой доклад, свое выступление сделать вот из рабочего кабинета. Еще раз всех поздравляю, желаю вам успешной работы. Я думаю, что это очень полезное мероприятие, и оно принесет свои плоды на нашей непростой экологической ниве. Сегодня развитие мировых стран и городов определяется главным трендом – концепцией устойчивого развития. Москва следует мировым целям устойчивого развития, также достигнуто уже довольно-таки много. Чем больше мы делаем, тем сложнее искать пути для дальнейшего улучшения. Экологичность, ресурсная эффективность – это обязательное условие устойчивого развития. Все мегаполисы мира – Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и другие – имеют утвержденные стратегии в области охраны окружающей среды и климата и рассматривают сохранение природы и улучшение показателей качества окружающей среды как неотъемлемую часть комфортных условий для жизни и здоровья населения. Недавно, в марте этого года, состоялась первая рабочая встреча городов «Большой двадцатки». В рамках встречи обозначена матрица приоритетов развития, поддержанная и Москвой. Среди них адаптация городов к климатическим изменениям, сохранение природы и биоразнообразия в мегаполисах,
зеленые проекты и финансовые инструменты, развитие цифровых технологий. Как я уже сказал, достигнуто уже много. Мир живет в быстро меняющихся условиях. С одной стороны, эти условия надо формировать, а с другой стороны, им надо соответствовать. И путь, который мы выбираем сегодня, это наша жизнь завтра. Мы поняли это давно. С 2010 года Москва пересмотрела приоритеты развития. Было принято 14 государственных программ, 7 из которых ставят цели и мероприятия в области экологии и климата. Москва уже сейчас имеет ряд выделяющих ее достижений в области окружающей среды. Сопоставимые с европейскими городами и лучшие уровни загрязнения воздуха, высокую долю природных озелененных территорий, среди которых много неутраченных естественных природных систем, несмотря на интенсивное градостроительное развитие. Также прогрессивное природоохранное законодательство и развитый мониторинг окружающей среды. Ну, цифры вы все видите на слайдах, я, наверное, не буду на них останавливаться и концентрировать внимание. Климатические показатели – это показатели верхнего уровня. Они характеризуют ресурсную эффективность экономики в целом. Есть прямая связь между сокращением выбросов парниковых газов и сокращением общего загрязнения, энергоэффективностью, экономией ресурсов, технологическим прогрессом. Климатическая повестка стала мейнстримом политики и экономик стран мира, одним из ключевых аспектов темы устойчивого развития. Являются ли климатические риски драйвером развития экономики? Безусловно, да. Это толчок к поиску новых высокотехнологичных решений в развитии города, созданию и внедрению современных, инновационных, природоподобных, дружественных природе технологий. В Москве количество знаковых проектов и городских решений, принятых в этой логике, растет. Уже достигнуто снижение выбросов парниковых газов на 25% от уровня 90-го года. И хотя в сравнении с другими городами мира цель в процентах кажется небольшой, в количественных значениях это порядка 20 миллионов тонн углекислого газа. То есть наше снижение соизмеримо с выбросами среднего европейского города. Новая цель аналогична общей федеральной цели 30% к 2030 году. Достижение этой цели требует новых высокотехнологичных решений. Также мы предлагаем все-таки применять научно обоснованный подход к поиску резервов. Суть в том, что чем больше сделано, тем сложнее искать пути достижения цели. Мы проводили ряд экспертных научных оценок резервов по улучшению экологической ситуации в различных отраслях экономики. Эти резервы, безусловно, есть. Например, очень значительный резерв строительной отрасли. В Российской Федерации нет обязательного требования об экологической сертификации недвижимости. Тем не менее, все больше зданий и сооружений, внедряющих инновационные зеленые технологии, появляются в нашем городе. Около 90 зданий имеют международную сертификацию LEED и BREEAM. Более 200 зданий внедрили зеленые технологии. Большая часть зданий относится к системе, к сегменту офисов, бизнес-центров. Зеленые здания выгодны всем. Для инвесторов это увеличение рентабельности и снижение рисков, маркетинговые преимущества на рынке. Для жителей и арендаторов это возможность сэкономить на эксплуатационных расходах 25-30%. А для города это рыночный механизм экономии энергоресурсов и улучшения качества окружающей среды. Драйвером внедрения энергоэффективных решений в жилищное строительство стала стартовавшая программа реновации. Более 5500 новых энергоэффективных домов появится в Москве, что позволит сэкономить более 800 тысяч гигакалорий тепловой энергии в год. По мировому опыту стоимость постройки объекта недвижимости с применением зеленых технологий примерно на 8-10% больше по сравнению с традиционными зданиями. Но затраты на строительство окупаются экономией в эксплуатации в течение от 7 до 10 лет. Мы провели специальную работу, измерили фактические показатели эффективности внедряемых зеленых технологий. Результат во всех зданиях подтверждено снижение потребления энергетических и водных ресурсов в параметрах от 10 до 40%. Говоря об увеличении зеленых пространств в условиях сложившейся градостроительной застройки города, мы нашли резервы площадей на старых заброшенных промышленных зонах. Раньше промышленные территории занимали примерно 15 тысяч гектаров в Старой Москве, это где-то 15% территории города. И сейчас часть из них реновирована. Есть уже, все, наверное, хорошо знаете, ЗИЛ, Серп и Молот. Это уже территории, которые превращены в озелененные благоустроенные пространства, где построены современные жилые дома с использованием зеленых энергоэффективных технологий.
У нас установлен показатель 15% приоритизованных территорий должны быть озеленены. Что касается промышленности в городе, то здесь мнения мировых мегаполисов разошлись. Есть примеры городов, которые отказались от промышленности. Стамбул, например. За пределы города выведено даже предприятие энергетики. И он лидирует среди мировых столиц по частоте воздуха. У Москвы другая амбиция – сохранить промышленный и экономический потенциал, но не допустить грязных производств в городе. Поэтому идут масштабные реконструкции нефтеперерабатывающего завода, очистных сооружений Мосводоканала. Закрыто неэкологичное цементное производство, устаревшие мощности термического обезвреживания. Россия переходит к новому принципу оценки экологичности производственной деятельности на основе наилучших доступных технологий. Правительство Москвы сейчас проводит специальную научно-исследовательскую работу оценки прогнозных показателей снижения воздействия за счет внедрения МДТ на предприятиях города Москвы. Работа еще не завершена, но первые результаты говорят о том, что московские предприятия уже во многом соответствуют наилучшим доступным технологиям, и резервы тут очень невысокие. Несмотря на низкий потенциал города и использование возобновляемых источников энергии, мы еще и внедряем новые проекты в этой сфере. Ну и, наверное, вкратце в конце скажу все-таки о выгодности зеленых проектов. Еще 20-30 лет назад деятельность в области экологии сводилась к созданию заповедников, сохранению биоразнообразия и естественных природных систем. Мы ни в коем случае от этих целей не отказываемся. А сегодня же экология – это вполне себе экономическая отрасль, способная приносить прибыль. Это сфера обоснования и выбора технологического пути во всех отраслях в соответствии с принципами устойчивого развития сферы зеленой экономики. Многие передовые города уже доказали, что зеленые решения экономически выгодны. Прекрасные примеры в Хельсинки и в других скандинавских городах. Нам крайне интересен опыт стран и городов. Москва имеет дальнейшие резервы для перехода к зеленой экономике и будет их последовательно реализовывать. Большое спасибо, коллеги. Большое спасибо, Антон Олегович. Ну, высокую планку, как всегда, задает Москва. И есть, правда, на что равняться. Есть опыт, которым можно и нужно делиться. Хотелось бы отметить, что зачастую все мы, как люди, занимающиеся вопросами охраны окружающей среды, знаем, что даже хорошее дело, неправильно представленное, неправильно освещенное или сознательно искаженное, может в глазах наших жителей, наших граждан иметь совершенно другой вид. Поэтому в этом году в рамках подготовки к форуму мы запланировали отдельное мероприятие «Роль средств массовой информации в освещении экологических проблем». Потому что средства массовой информации – это во многом будущее экологии. И я предоставляю слово Ивану Ивановичу Засурскому, члену Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, члена экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга. Здравствуйте, я очень рад, что имею возможность выступить перед вами. Вы знаете, что москвичи сделали Петербург, чтобы было куда уехать. И чтобы при этом не нужно было за границу уезжать, понимаете? И мы больше всего, на самом деле, беспокоимся, чтобы у вас все было хорошо. Потому что если не будет Петербурга, куда нам деваться? Да, в Москве очень тошно бывает иногда. Пермь, все, ну, Пермь мы были. Тоже там все непросто в Перми, знаете, как. Да. Но нам очень нравится Пермь, и еще больше нам нравится Петербург. Поэтому для меня очень, очень большая радость, что мы можем быть как-то полезны. И я признателен за такое тоже представление. От журналистики многое зависит, безусловно. Что зависит от журналистики? Ну, смотрите. Когда что-то с нами происходит, вот я попросил специально вывести на экран наш сайт, который мы сделали, когда мы готовили, вот я тоже взял похвастаться. Не думайте, что эта книжка, она у меня одна с собой, но она электронно, бесплатно доступна, точно такая же, только без бумаги, более экологичная, цифровая. Вот с этого сайта climatescience.ru, который я попросил вывести, я не стал делать специальную презентацию, потому что все, что мне нужно, я, мне кажется, смогу показать просто на одной странице. Так вот, когда мы в Совете прав человека решили сделать доклад по экологии и по климату, экологии, конечно, ничего не удивишь никого уже. Мы все примерно понимаем, что жизнь современная очень сложная и не всегда хорошо пахнет, и вредно очень бывает. Вот. А с климатом ситуация, на самом деле, намного более опасная, потому что экология – это
рост заболеваний, экология – это проблема и прочее. А климат – это возможность для нас, для всех умереть в один день, в принципе. Вот, чего не хотелось бы. Хотелось бы, конечно, как-то так, каждому в свое время. Вот, и для того, чтобы справиться с теми проблемами, которые есть в сфере климата, политикам нужна огромная мощь. Им нужно перераспределение ресурсов. Им нужно инвестировать в решения, связанные с предотвращением самых серьезных проблем, которые могут быть. Ни один политик, даже в самой диктаторской стране, даже абсолютная монархия, знаете, никто не может действовать вразрез с ожиданиями общества. Если общество считает, что никаких климатических проблем нет, ни один политик никогда не сможет ничем помочь. Потому что как только он начинает что-то делать, все остальные, о, этот с ума сошел, и все, итальянская забастовка. Поэтому от журналистики и от науки, я бы сказал, что от науки, конечно, больше зависит. Потому что все-таки журналистика тоже, знаете, я в МГУ, я заведую кафедрой новых медиа, теории коммуникации, то есть я отношусь к журналистике тоже как ученый. Но именно от науки мы хотим получить точную информацию о том, что нас ожидает, какие у нас будут проблемы. Поэтому, если можно попросить перемотать немножко ниже, да, страничку этого сайта. Вот смотрите, как мы делали еще чуть пониже, а потом мы вернемся наверх. Стоп. И теперь чуть повыше. Чуть повыше. Значит, когда мы решили делать этот ресурс? Это был первый такой доклад по климату, который... Нет, первый, конечно, сделала администрация города Санкт-Петербург. Замечательный доклад. И когда я Владимиру Владимировичу рассказывал, собственно, о ситуации с климатом, я ссылался на доклад Санкт-Петербурга, потому что у вас температура выросла на 1.5 градуса. Владимир Владимирович мне не поверил. Мне пришлось там божиться так, и все прочее. Но потом мне сказали, что все, да, извините, все правильно, все сошлось. А у вас на 1.5 градуса уже выросла температура, потому что на севере температура растет быстрее. Петербург – город, как бы, который подвержен наводнениям. То есть, в принципе, вопрос, который нас всех интересует, это жизненный цикл города. Вы знаете это анекдотическое проклятие, что когда Петр Алексеевич, император, город стал строить, он сказал, о, это все на века, а там какая-то бабушка ему говорит, 300 лет, сыночек, 300 лет. Вот. Опасность есть. Она связана с тем, что огромные происходят изменения. Дамба, которая защищает город, она была спроектирована, как вы знаете, примерно в таком же варианте в 19 веке. И она, конечно, не может быть вечно закрыта, потому что она, с другой стороны, идет Нева. Нева – очень мощная река. Чтобы ни один ученый вам никогда не скажет, у вашего города осталось 5, 10, 15 лет. Почему? Потому что, когда ученые делают прогнозы, они обычно делают их линейными, исходя из тех факторов, которые есть. Они не всегда могут учесть вот эти точки перелома. Когда что-то идет не так, как вот в этом году очень много снега же выпало, правильно? Поэтому наша задача, как журналистов, рассказывать вам об исследованиях. Поэтому, когда мы сделали этот климатический доклад, мы в первую очередь пошли договорились с Web of Science, это компания Clarivate Analytics. Они нам помогли собрать 77 тысяч статей на английском языке, научных статей, которые проиндексированы в Web of Science. И мы строились на этом, потому что мы хотели показать, вот сфера научного консенсуса, вот сфера научных дебатов. Давайте повыше поднимемся теперь на сайте прямо. Можно прокрутить вверх теперь еще? Мы проскочили это место. Чтобы во время подготовки доклада мы постарались найти самых известных, самых интересных ученых. Еще повыше немножко. Вот этот банк знаний – это 77 тысяч вот этих статей. Повыше, еще повыше. Когда мы делали доклад, мы самые важные темы попросили самых авторитетных людей, специалистов в этом вопросе, по-русски, подробно, очень серьезно расписать. И когда мы сделали, собственно, доклад, который везде ушел, мы туда, по сути, брали сокращенные версии тех статей, которые на сайте прошли рецензирование и обсуждение. Зачем мы так, как говорится, заморочились? Зачем мы столько усилий потратили на это? Потому что эта тема считается совершенно незаслуженно спорной. Многим людям кажется, что то ли есть изменение климата, то ли нет. Ну, понимаете, и поскольку мы журналисты, и, конечно, в Совете прав человека есть серьезные экологи и с биологическим образованием и прочим. Но в первую очередь нам хотелось показать, что в мире есть полная абсолютная определенность по этому вопросу. Есть, начиная с Арениуса и прекрасного ученого советского, который в Петербурге работал, может быть, вы знаете, Михаил Иванович Будыка, руководитель геофизической обсерватории.
который 50 лет назад сделал прогноз, и единственный прогноз совпадает до сих пор. 50 лет держится прогноз погоды. Его, конечно, ему нелегко пришлось, потому что его, знаете, как он пришел к этому прогнозу? Его руководство Советского Союза попросило, давайте растопим льды Арктики, а то нам всем морпуть нужен. Что нужно сделать? И он придумал историю, что нужно сажей. Значит, сажу сверху бросать на этот лед. И тогда, но когда к моменту его попросили проект подготовить, он говорит, не надо ничего делать, сейчас само растает. Конечно, все ожидали похолодания. 50 лет назад он нашел в себе мужество, он нашел компетенцию, он сделал модель. Она держится до сих пор. Как много людей в России знают, что 50 лет назад мы точно знали, что будет дальше. Понимаете, вот эта проблема связана не только с наукой, но и с журналистикой. Поэтому для нас крайне важно, чтобы сейчас в России не просто развивалась наука, а чтобы развивалась открытая наука, чтобы люди имели доступ непосредственно к результатам исследований. И роль журналистики состоит в том, чтобы мы могли направлять ваше внимание к тем источникам, которые заслуживают доверия. Потому что, еще раз вам хочу сказать, ни один ученый, к сожалению, вам никогда не скажет, так же, как врач вам не скажет, сколько вам осталось жить. Может быть, 3 месяца, может быть, 9, может быть, 20 лет. Как пойдет. Так же и здесь. Ни один ученый вам точно не скажет, когда и что. Но ученые очень хорошо умеют обращать внимание на риски. Какие есть риски? И от таких городов, как Санкт-Петербург, от таких городов, как Лондон, от таких городов, как Нью-Йорк, зависит на самом деле инициатива в том, чтобы мы успели что-то сделать. Потому что это вызов экзистенциальный, это вызов колоссальный, для которого нам нужна серьезная мобилизация ресурсов. И без того, чтобы журналистика обращала внимание на эти проблемы, ни одно правительство мира не может собраться и перенаправить ресурсы. Поэтому мы надеемся, что мы и дальше будем продолжительно работать. Мы готовим сейчас второй доклад по климату. Второй доклад будет про адаптацию. Адаптация систем управления, адаптация компаний, адаптация территорий. В предыдущем докладе две главы у нас написано Иваном Александровичем. Он такой скромный человек, но пишет хорошо и много. И мы надеемся, что в этом году он тоже для нас подготовит соответствующий раздел, потому что мы надеемся, что Петербург и дальше будет лидером. Вопрос, вы хвалите Москву, это очень хорошо, мы это очень ценим. Но я вам хочу сказать, что моя уверенность в том, что этой проблемой нужно заниматься, идет от вашей работы, от вашего экологического доклада замечательного. Я хотел поблагодарить комитет предопользования, что вы нашли в себе мужество быть последовательными, что вы занимаете определенную позицию, что вы проводите эти форумы. Благодарю вас. Спасибо, Иван Иванович. Очень лестно. Ну, насчет того, что вот вы анекдоте вспомнили про 300 лет, ну, мы уже отметили 300-летие, надеюсь, что и 350-летие города отметим. Я только за. В положенное время. Но продолжая, развивая, наверное, сказанное Иваном Ивановичем, в конечном-то итоге и мы все, как представители управления и наука, и журналистика, работаем на общество. В конечном итоге вот эти знания, они в первую очередь в понятном виде должны быть востребованы обществом и реализовываться они тоже будут обществом, вне всяких сомнений, не чиновниками, не учеными, а людьми, которые будут все это воплощать в жизнь. И для этого связка между представителями общественности, которые совершенно не безразличны к экологическим проблемам, и всеми остальными, это роль общественных организаций. И вот о роли общественных организаций, обеспечении экологического благополучия городов России мы сейчас поговорим с Рашидом Айдыновичем Исмаиловым, председателем Российского экологического общества, заместителем председателя Общественно-делового совета по национальному проекту «Экология». Рашид Айдынович, пожалуйста. Иван Александрович, спасибо большое. Уважаемые друзья, добрый день всем. Дополню я немножечко Ивана Ивановича, который невзначай раскрыл дополнительные источники дохода Серебрицкого через научную деятельность. Когда мы говорим о роли СМИ, мы все-таки должны говорить и об их ответственности. Они не просто должны, журналисты, я имею в виду журналистское сообщество, как профессионалы, они не просто должны знать эти источники достоверной информации, но и со своей стороны стараться делать так, чтобы их информация была достоверной, и они не искажали ее в угоду каким-то заказам, заказным материалам, каким-то компаниям политическим, потому что очень много спекуляций в СМИ, мы видим в телеграм-каналах бесконечные
искажения информации, которые имеют своей целью совершенно не информирование общественности об экологическом состоянии. Вот. Это важно, это некий посыл от нашего, наверное, сообщества общественников, экспертов в СМИ. Тема моего выступления, несколько тезисов ключевых. Роль общественных организаций в обеспечении экологического благополучия городов России. Ну, наверное, не только городов. Коллеги, в последнее время мы наблюдаем усиление экологической политики природоохраны. Это и на уровне федеральном, на уровне региональном. Мы видим, что у нас и Конституция приобрела немножко другой вид, связанный с уже новыми институтами конституционной ответственности правительства Российской Федерации за экологическое благополучие. То есть я говорю о том, что мы сегодня находимся в таком историческом периоде диктатуры природоохранного законодательства. Да, законодательство ужесточается по отношению к хозяйствующим субъектам, по отношению к региональным властям, но итогом всему этому и цель – это наше с вами качество жизни, экологическое благополучие наших территорий и наше с вами. В этом тренде, разумеется, мы видим, что возникают новые вызовы. Эти вызовы и внутренний характер носят, страновой, региональные вызовы, вызовы внешние. Про глобальные уже говорили и про климатическую повестку. Но у нас есть вызовы внутренние. Мы активно сейчас, даже агрессивно, можно такой термин употребить, агрессивно строим инфраструктуру в сфере создание новой системы обращения с отходами. Растет количество социально-экологических конфликтов, коллеги. Этот факт, который я публично говорю, многие конфликты носят латентный характер, они скрыты и от журналистов, и от федералов, но тем не менее эти конфликты есть, и разрешение этих конфликтов, безусловно, требует профессионального урегулирования, а значит и внешней экспертизы, профессиональной экспертизы. Формирование инфраструктуры обращения с ТКО то же самое требует и участия населения, местного сообщества, инвестпроекты. Все, что в регионах реализуется, любой инвестпроект сегодня должен начинаться не с захода к губернатору с красивой презентацией, а с пониманием того, кто живет на этой территории, с кем нужно выстраивать диалог. И этот диалог нужно выстраивать заблаговременно, потому что риски, говоря коммерческим языком, бизнесовым языком, риски сноса проекта очень велики. Такие кейсы тоже у нас в регионах есть. Когда предприниматели, инвесторы заходят в регион, получают от губернатора отмашку, им выделяют земельный участок, но не продумав и, не, наверное, не просчитав эти риски, связанные с социально-экологическими конфликтами, просто эти проекты сносятся. Люди выходят на улицу, люди не понимают, что происходит, у людей отсутствует информация. Отсутствие информации, разумеется, вызывает в населении опасность. Это значит непонимание, мы не знаем, что происходит за забором. Непонимание всегда опасность. Поэтому этими рисками надо управлять не только инвесторам, но и органам власти, региональной в первую очередь. Все эти решения, эффективные решения всех этих проблем, разумеется, требуют активного участия гражданского и экспертного сообщества. Мы говорим о общественном мониторинге, общественном контроле и экспертизе. Слово «экспертиза» подчеркиваю. Интересы общества экологические – это сегодня конституционная норма. И мы видим, что у населения растет спрос на экологическое благополучие. Необходимо создавать и развивать диалоговые площадки с участием органов власти, бизнеса и общественных организаций. Необходимо формировать общественный диалог. Каждое управленческое решение, коллеги, наша позиция, каждое управленческое решение в сфере природопользования и каждое, наверное, технологическое решение должно сопровождаться общественной экспертизой. По нас проекту «Экология» есть очень хороший документ, я обращаюсь сейчас к тем, кто работает в регионе. Постановление правительства было принято пару лет назад, 1288, об организации проектной работы. Там четко даны методические рекомендации, каким образом структурировать работу с общественными организациями, с гражданским сообществом. Через создание научно-экспертных советов на всем уровне. То есть региональная компонента нацпроекта «Экология» тоже должна сопровождаться
общественным контролем и мониторингом. Мы проводим соцопросы по нас проекту «Экология», и уже второй год есть одна системная проблема. Ну, может быть, я ее назову ее задачей, так будет легче с ней справляться. Задача связана с тем, что существует запрос на прямой диалог между регионом и федеральным центром. Региональные власти и участники нацпроекта «Экология» недостаточно задействованы в коммуникациях с федеральным центром, с проектными офисами. Вот эту задачу, на мой взгляд, нужно тоже решать. Вторая системная задача – это запрос общества на информирование. Недостаточно проинформировано население о реализации национального проекта «Экология». Это, в свою очередь, наверное, не дает возможность вовлечь всех в наше общее дело. Особенно это связано с реализацией федерального проекта комплексной системы обращения с ТКО. Коллеги, общественные организации вполне могут взять на себя вот эту функцию, функциональную роль по экологической медиации в регионе, выстраивать диалог. Разумеется, я здесь подчеркну, наверное, это обязательное требование, конструктивная позиция и соответствующие компетенции. Площадки в регионах тоже создаются. Я хочу сказать, что наиболее эффективным диалогом, прямым диалогом с обществом, это те площадки, которые создаются при высших должностных лицах субъекта Российской Федерации. Такие примеры у нас есть и Санкт-Петербург, и Пермский край, который здесь тоже представлен. Это как раз та возможность у губернатора лично получить обратную связь от представителей сообщества экспертного, и чтобы дальше транслировать это уже в реализацию региональной экологической политики. Вот такой практикой, мне кажется, стоит тоже делиться. Ну и в заключение продолжу, наверное, тезис, высказанный нашим японским коллегой по тому, что границ в экологии не существует. Зеленая дипломатия – то направление, которое стоит развивать. Через зеленую дипломатию. Это мягкая сила, коллеги. Мы видим сегодня, что у нас есть существующие наши и соседи, и коллеги, партнеры, как принято их называть в дипломатических кругах, партнеры по дальнему зарубежью, но не со всеми выстроен диалог, коммуникационные каналы, может быть, такие гуманитарные каналы. Так вот, зеленая дипломатия, как мягкая сила, позволяет это делать, позволяет устанавливать эти связи, влиять на улучшение отношений между народами, между странами. Действительно, у экологии нет границ. Это действительно так. Так же, как, например, таблица умножения. Это общее достояние. И здесь большой потенциал. Я подчеркну, что наш форум – это международный форум. И здесь традиционно площадка по созданию такого рода диалога. И, наверное, поблагодарю правительство Санкт-Петербурга за создание такой диалоговой площадки. Нам она нравится, очень комфортно, очень теплая обстановка, конструктивная. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо, Рашид Айдынович. Вот уже не в одном выступлении прозвучали, что современные вызовы для общества – это и вопросы климата. Прозвучали и еще прозвучат такие темы, как циклическая экономика, такие темы, как низкоуглеродный мир будущего. Особенно это касается городов. Где тут правда, где фантазия, чему верить, чему нет? Эти вопросы реально волнуют и общество, и научную среду. В первую очередь научную среду и как следствие общества. Вот хотелось бы услышать мнение председателя правления ОНО «Равноправие», руководителя секции экологии и охраны окружающей среды, экспертного совета при Комитете Совета Федерации про аграрно-продовольственные политики и природопользованию Натальи Романовны Соколовой. Наталья Романовна много лет проработала в Росприроднадзоре, и тему эту знает, что называется, изнутри и глубоко. Наталья Романовна. Спасибо большое, уважаемый Иван Александрович. Спасибо большое, уважаемый Денис Сергеевич, за приглашение выступить на родной площадке. Я горжусь тем, что родилась в Ленинграде и воспитана городом на Неве.
Большое спасибо за доклады. Денис Сергеевич поставил такую глобальную, в принципе, повестку, как северная столица, как выход России к Балтийскому морю. Мы находимся действительно в уникальном месте. И хочу тоже присоединиться к поздравлениям, потому что у нас 3 дня подряд накануне пленарного заседания были 3 международных праздника, начиная с 20 марта, Международный день Земли, потом Международный день лесов и, наконец, Международный день воды. Поэтому мы действительно сегодня в таком апогее этих 3 праздников, и прекрасно, что именно северная столица, большой город во всех смыслах, с большими целями, большими задачами, с большими экологическими, стратегическими ориентирами, принимает здесь нас сегодня. Но говоря еще также о докладах Антона Олеговича Кульбачевского от Москвы, Дмитрия Михайловича Белановича от Пермского края, от такого крупного города, как Пермь, конечно, нельзя не сказать о климатической повестке. Я благодарна предшествующим докладчикам Ивану Ивановичу, Рашиду Айдыновичу за то, что они подняли тему климатическую, низкоуглеродную, потому что это то, с чем мы будем жить в ближайшие десятилетия. Уже закрывать на это глаза нельзя, не получится. Владимир Владимирович Путин 9 марта, встречаясь с министром науки высшей школы, сказал, что, безусловно, декарбонизация – это важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас, но при этом нельзя это делать бездумно, чтобы не было узкокорыстных экономических целей. Мы уже увидели в конце прошлого года, как ряд наших крупнейших компаний с государственным участием не смогли выйти на зеленое финансирование на международных рынках, потому что их обвинили в том, что они являются компанией, не соответствующей низкоуглеродной повестке. И как раз-таки сейчас получается, что Россия, у которой все равно традиционно еще в ближайшие годы останется деятельность по разведке, добыче, транспортированию, переработке все-таки природного сырья, включая и уголь, включая нефть, мы все равно будем всегда находиться на каких-то санкционных позициях. Вот чтобы этого избежать, только вместе государственные органы власти федерального уровня, регионального, общественные, журналисты смогут из-под удара Россию вывести. На сегодняшний момент есть 3 базовых пункта, которые указаны на слайде. И в 2015 году, когда было принято Парижское соглашение, и фактически по климату оно продолжило цели устойчивого развития, мы взяли на себя страновое обязательство планомерно снижать выбросы СО2 в атмосферу. Но мы не забываем, что у нас не только от промышленных предприятий, от автотранспорта есть выбросы, вообще парниковые газы. Мы должны говорить еще и о снижении выбросов метана, о воздействии объектов, связанных с размещением отходов производства и потребления в нашей стране. Об этом мало кто говорит. На сегодняшний момент, кроме страновых обязательств, есть региональные обязательства у всех 85 субъектов. Они также указаны на слайде. И здесь стоит сказать, что и Санкт-Петербург, и Пермский край, и Москва, которые сегодня выступали, в ближайшее время должны будут принять соответствующую стратегию. В Москве и в Петербурге она уже есть по мониторингу выбросов, но углубиться в том числе и в климатическую повестку. Но и предприятия, которые находятся на территории больших городов, на территории любых субъектов, должны тоже провести независимую оценку и своих подрядчиков, не только своей филиальной сети и сети своих структурных подразделений. Сейчас смотрят инвесторы вплоть до подрядчиков, и банки, даже российские, решая выдавать или не выдавать кредит на модернизацию производства, смотрит, а насколько оно экологичное. Сейчас есть 2 основных направления: зеленая экономика, синяя экономика и так называемая нейтральная экономика. Так вот, конечно, нам еще до зеленой очень далеко, но такие обязательства мы взяли. И хотелось бы показать по датам. На данном слайде по годам прописано обязательство в соответствии с Парижским соглашением. Фактически до 10 мая следующего года в каждом регионе должен быть утвержден региональный план в части адаптации к изменениям климата. Остался, коллеги, всего лишь год. И я тоже уверена, что как раз-таки площадка экологии большого города будет прекрасным началом, старт для того, чтобы мы смогли обсудить лучшие инициативы в регионах и тиражировать их потом на всю территорию нашей страны. Ну и что тоже важно, совсем недавно была встреча вице-премьера Виктория Абрамченко с Александром Новаком, и они там одобрили проект, фактически сказали, что позиции проекта одобрены, федерального закона об ограничении парникового выброса парниковых газов, соответственно, тоже присмотритесь, пожалуйста, к этому документу, потому что совсем скоро, меньше чем 10 лет пройдет, мы должны создать реестр выбросов парниковых газов. Напоминаю, что к Международному дню
женщины весны, у нас был прекрасный подарок, когда 9 марта на следующий день был принят федеральный закон 39 ФЗ о раскрытии экологической информации. Теперь не только статья 42 Конституции, которая является такой базовой о доступе населения к информации, нам позволяет это делать, но теперь в плане федерального закона и федеральный, и региональные органы власти обязаны раскрывать эту информацию. Причем не только о выбросах, но и о сбросах, и о размещаемых, обезвреживаемых, утилизируемых отходах. Теперь это обязательство. Соответственно, и журналисты, Иван Иванович сегодня представлял, будут иметь уже больше информации к тому, чтобы проводить аналитику. И Рашид Айдынович говорил об общественном сообществе, гражданском обществе, которое через решение социально-экологических конфликтов сможет иметь проще доступ к информации. Хотелось бы процитировать Руслана Дальгириева, который является спецпредставителем президента по вопросам климата. Он сказал, что страны, которые не вводят такой системы низкоуглеродной, климатической, все равно вынуждают платить за углерод либо при экспорте своей углеродоемкой продукции, либо при реализации принимаемых на международном уровне секторальных мер углеродного регулирования. Таким образом, уже на самом высоком уровне все эти темы, начиная с Владимира Владимировича, подняты и, повторюсь, никуда нам от них не деться. Тот план, который в 2017 году был утвержден правительством России, 12 городов мы видим на слайде, на карте, вошли в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», вы все их знаете. Но я напомню, что к 2030 году количество городов должно быть увеличено до 48. Соответственно, на особом контроле именно стоит повестка климатическая, повестка, связанная с загрязнением атмосферного воздуха. В завершение хотелось бы напомнить о том, что правительством Российской Федерации сейчас разрабатывается экологические направления стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. Здесь присутствует как климатическая повестка, так и повестка по чистой воде, что очень важно, повестка экономики замкнутого цикла, о чем дважды уже говорил президент России при послании Федеральному собранию, о том, что предприятия должны переходить на экономику замкнутого цикла, когда у нас отходы должны становиться сырьем для других отраслей, перерабатываясь, возвращаться обратно на производство. Да, мы еще к этому идем. Мы все ожидаем федерального закона о вторичных ресурсах. Но это же неправильно, когда все становится отходом. Это просто такая, знаете, юридическая немножко глупость. Глупость. Во всем мире есть отход и есть сырье. И в Советском Союзе это было. Существовал ВИВР, Всесоюзный институт вторичных ресурсов, который сейчас преобразован, слава богу, в Центр экологической и промышленной политики при Минпромторге, восстанавливаются традиции. Но испокон веков, с 50-х годов, система Госплана, Госснаба СССР понимала, что есть отходы, а есть сырье. И надо это вовлекать в вторичный, в цикличный оборот. Так вот, хорошо забытое старое становится так называемым новым, да, то, что 70 лет назад было введено, мы сейчас потихонечку и очень хорошо возвращаем. Поэтому, конечно, климат и низкоуглеродная повестка – это не только выбросы в атмосферный воздух. Бесспорно, это цикличная экономика, комплексная переработка, то есть утилизация и, конечно, частичное обезвреживание отходов с минимизацией полигонного захоронения. У нас стратегии говорят только про ТКО. Да, нужно снизить количество захоронимых отходов в два раза к 30-му году. Да, нужно 100% обрабатывать отходы, то есть сортировать. Но, коллеги, это только ТКО. А ТКО, простите меня, пожалуйста, за факт. Хоть статистика и третий вид лжи, как говорил Марк Твен, но это меньше 1% всех образуемых отходов в стране. А промышленные отходы от производственных предприятий, а горные отвалы, а с ними что будем делать? Объекты накопленного ущерба. Поэтому только комплексно решая вопросы не только атмосферного воздуха, мы сможем перейти к соблюдению наших низкоуглеродных обязательств, коллеги. Ну и хотелось бы в качестве примера привести Сахалинскую область. Коллеги завтра будут участвовать в нашем мероприятии по международному зеленому финансированию модернизации. Они расскажут, каким образом Сахалинская область стала пилотным регионом по квотам, в том числе по низкоуглеродной экономике. Ну и анонсируя завтрашний день, я хочу пригласить всех присутствующих на пленарном заседании очно, либо в онлайн-режиме на наше заседание секции экспертного совета Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию, который будет вести председатель комитета Алексей Петрович Майоров. Пожалуйста, ждем вас с 10 утра до 13:30 либо в онлайне,
либо ждем в зале D4. Мы там обсудим международные инструменты зеленой модернизации, зеленого финансирования. Как же без бюджетных денег можно реализовать федеральные проекты, нацпроекты «Экология» и отраслевые экологические стратегии предприятий. Ждем завтра. Спасибо большое за внимание и за уделенное время. Спасибо, Наталья Романовна. Одним выступлением охватили огромное количество тем. Немножко предвосхитили и мое выступление. Хотел проанонсировать ваше завтрашнее мероприятие в процессе перехода к следующей теме, но не получилось. Коллеги, много уже было сказано слов о климате с точки зрения общественности, с точки зрения журналистики, с точки зрения управленцев. Но в конечном итоге те знания, которые мы имеем, и те перспективы в области изменения климата, которые мы получаем, приходят к нам от науки. И сейчас с нами на связи директор Федерального государственного бюджетного учреждения, главная геофизическая обсерватория имени Воейкова, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Владимир Михайлович Кацов. Владимир Михайлович, добрый день. Добрый день, спасибо, Иван Александрович. Добрый день, уважаемые, глубоко уважаемые участники нашего заседания. Я хочу немножко поговорить о другом, так сказать, о другой стороне наших взаимоотношений с окружающей средой. Вот до сих пор больше говорили о том, как мы, так сказать, на нее воздействуем. Я хочу затронуть тему того, как она на нас воздействует и что с этим делать. Но начну я с того, что 23 марта сегодня, вот тут Наталья Романовна перечисляла разные праздники, вот, но тут некий слон не был замечен. 23 марта мировое сообщество отмечает Всемирный метеорологический день, причем в 60-й раз это происходит в истории человечества, и это дает нам, вообще говоря, хороший повод с благодарностью вспомнить тот важный вклад, который Всемирная метеорологическая организация, ВМО, и национальные гидрометеорологические службы, в России это Росгидромет, вносят в информационно-аналитическое обеспечение национальных и международных климатических действий, всевозможных. Вот дефицит климатической информации, который оборачивается в конечном счете дефицитом адаптации, это проблема глобальная. Она особенно остро стоит в развивающихся странах, и в связи с этим ВМО совместно с другими международными организациями формирует так называемую глобальную рамочную основу для климатического обслуживания, ГРОКа по-русски. Так вот, я позволю себе, значит, немного скуки добавить и дать определение, что это такое климатическое обслуживание. Это создание информационной климатической продукции и предоставление ее потребителю с использованием тех или иных средств коммуникации и презентации. Ну, а продукция – это, собственно, климатическая информация, данные о состоянии, изменении климата, климатических воздействиях в прошлом, настоящем, будущем. Данные, которые преобразуются к виду, пригодному для ее использования потребителем. Вот от цифровых массивов, там, и справочников до аналитических обзоров и рекомендаций. Я могу сказать, что сейчас появляется и, как бы сказать, следующая такая лексика, там, экологическое обслуживание или обслуживание в области окружающей среды. Но я сегодня вот остановлюсь все-таки на климатическом обслуживании. И вот главной, хотя и не единственной задачей климатического обслуживания, это является научно обоснованное информационно-аналитическое обеспечение адаптации, в том числе упреждающей адаптации, экономики, населения к текущему и ожидаемому состоянию климатической системы. Примечательно, что климатическое обслуживание, включая научное обеспечение адаптации к климатическим воздействиям, в России имеет более чем столетнюю традицию. Я имею в виду, в первую очередь, главную физическую обсерваторию, которая теперь называется главной геофизической обсерваторией, сегодня уже упоминали. Вот. Однако до относительно недавнего времени речь шла о неизменном климате. Вот как хорошо известно, теоретические оценки с высокой вероятностью указывают на то, что на ближайшие десятилетия человечество приговорено к определенному развитию событий в климатической системе Земли. Что бы мы сейчас ни делали, очень важные наши, так сказать, всякие усилия в части сокращения выбросов и так далее, они приведут к, надеюсь, желаемому результату уже скорее во второй половине 21 века. А вот по этой причине изначально и долгое время доминировавшие в международном процессе климатическом, да, вокруг климатической тематики, под эгидой рамочной конвенции ООН об изменении климата, вот тема смягчения антропогенного воздействия на климатическую систему
она, как бы, так сказать, оставляет место и теме адаптации к тому, что неизбежно. Это отчетливо, кстати, просматривается и в Парижском соглашении 2015 года. Но в этом контексте особенностью нашей страны является ее огромная территория и чрезвычайное разнообразие проявлений климатических изменений. И погодно-климатический фактор затрагивает сферу ответственности практически любого ведомства Российской Федерации. В особом внимании нуждается количественная оценка, связанная с климатическими воздействиями рисков. Это вот Иван Иванович, по-моему, упомянул эту тему. Вот эта оценка, она должна отражать отраслевую специфику, и она необходима для принятия оптимальных адаптационных решений. Вот как следует из приоритетов Синдайской 2015 года рамочной программы действий по уменьшению опасности бедствий, инвестировать в снижение рисков, то бишь адаптироваться упреждающим образом, да, это более эффективно, чем оплачивать последствия катастроф. Уже более года в России действует национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года. Такое несколько такое громоздкое название для национального плана адаптации. Это такой вот первый первоначальный трехлетний план. Он, в частности, устанавливает довольно жесткие сроки для разработки адаптационных стратегий субъектам федерации. Вот одним из которых является Санкт-Петербург, который, к слову, демонстрирует весьма обнадеживающую заинтересованность и активность в этой сфере. Об этом тоже сегодня немножко говорилось. При этом из 29 мероприятий федерального отраслевого блока этого плана и регионального Росгидромет является исполнителем и соисполнителем 21. Вот еще одно мероприятие, неявно подразумевающее участие Росгидромета, приходится на региональный блок национального плана адаптации. Это все неудивительно, потому что без постоянного мониторинга состояния климатической системы, то есть без государственной наблюдательной сети, которая находится в ведении Росгидромета, без соответствующей науки, в том числе сценарного прогнозирования климатических воздействий, реальной адаптации не получится. Вот именно научная составляющая обеспечения процесса адаптации в значительной своей части посвящен недавний указ президента, это было 8 февраля 2021 года, он называется «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений». Как следует из указа, политика, вот эта вот политика, да, государственная, научно-техническая, в этой области ориентирована на создание наукоемких технологий, которые должны обеспечить решение задач в соответствующих областях, ну, включая изучение климата и адаптацию к его изменениям. Разработка рекомендаций по принятию адаптационных решений для отраслей экономики и населения должна осуществляться с использованием современных методов, позволяющих учитывать неопределенности сценариев климатических изменений, оценивать не только климатические риски, но и риски принятия ошибочных решений. Научному сообществу предстоит еще большая работа по развитию возможностей, которые предоставляют современные высокие технологии. Прежде всего, речь идет о системах мониторинга, которые, так сказать, небывалых высот достигают прямо у нас на глазах. Ну и сложные физико-математические модели, которые требуют огромных вычислительных ресурсов, суперкомпьютерных. Да? Вот в этом контексте особую научную проблему, точнее широкий спектр проблем, представляет воздействие изменений климата на города. От энергетики до транспорта, от строительства до здоровья населения. В последнем случае, в особенности, в сочетании с экологическими проблемами, например, загрязнением атмосферного воздуха. Вот 90% природных бедствий для урбанизированных территорий – это бедствия гидрометеорологического происхождения. Эта ситуация, кстати сказать, имеет шансы усугубляться с изменением климата. Речь идет об экстремальных жаре и холоде, об экстремальном ветре, низком качестве воздуха, эпизодах пикового загрязнения, лесных пожаров, песчаных полевых бурях, городских наводнениях. Эта проблема климат городов на сегодняшний день входит в число наиболее неотложных вызовов, стоящих перед современной климатической наукой. И научно обоснованное, интегрированное городское обслуживание в области погоды, окружающей среды и климата относится к приоритетам ВМО. И компонентами этого обслуживания естественным образом является организация наблюдения, собственно, наблюдение, анализ, моделирование, прогноз, сценарный прогноз, оценка риска, интерпретация и коммуникация. Тоже об этом сегодня говорили, это очень важно действительно. Ну и, наконец, оценка и рекомендации по совершенствованию этого самого обслуживания. Важно подчеркнуть, что адаптационные решения должны основываться на диалоге ученых с субъектами адаптации. Субъектами адаптации, я говорю, не федерации, хотя субъекты федерации также являются субъектами адаптации. Субъекты адаптации – это те, кто адаптируется.
Вот о важности диалога, как я понимаю, многомерного, Рашид Айдынович сегодня сказал хорошо уже, так сказать, я не буду уж очень, так сказать, развивать эту тему, хотя хочу сказать, что вот он, этот диалог должен способствовать надлежащему применению отраслями и регионами информации о климате, о состоянии окружающей среды при планировании, последующем мониторинге эффективности при корректировке собственных адаптационных мер, стратегии. Нам, со стороны, так сказать, научного сообщества, необходимо глубокое понимание потребностей отраслей регионов. А от нас требуются не только результаты мониторинга, прогнозов и научных исследований, но их интерпретация, ориентирование субъектов адаптации в отношении практического использования климатических данных. Это не всегда просто и чаще не просто, чем просто. Вот хочу сказать, например, и часто говорю об этом, что, например, сценарные прогнозы изменений климата, построенные на основе вот этих сложных моделей физико-математических, они могут быть даже, знаете, бесполезными и дезориентирующими, если применяются, так сказать, вот непрофессионально, неправильно. Вопрос гидрометия, вопросами климатического обслуживания вместе с его адаптационной доминантой призван заниматься ведомственный распределенный климатический центр, который был основан в 2012 году на базе главной климатической обсерватории Воейкова и с участием других институтов Росгидромета. Мы проводим собственные исследования, внимательно изучаем международный опыт, наилучшие практики в области климатического обслуживания, адаптации к изменениям. И считаем диалог и сотрудничество в этом направлении важными составляющими общего успеха. Вот этим самым диалогом, как преддверие к сотрудничеству, мы и я занимаюсь в данный момент. Ну, на этом благодарю вас за внимание. Спасибо, Владимир Михайлович. Вот во всех выступлениях, как мы слышали, вопросы, связанные с охраной окружающей среды, с изменением климата, касаются в первую очередь вопроса данных. Вопроса данных и то, что мы слышали в Российской Федерации, огромное количество, ну это мы все знаем, работая с этими данными, государственных информационных систем, локальных информационных, местных, там, компанейских. Но современные требования, те задачи, которые ставятся сегодня перед всеми нами, требуют обработки гораздо больших объемов данных. Не так давно, в 2015 году, появились в российском, по крайней мере, информационном пространстве такие понятия, как цифровая трансформация, да, цифровизация, ну, еще цифровизация, цифровая зрелость, цифровая трансформация. Все эти термины под собой подразумевают совершенно новый подход к системе управления в том числе. И удивительно, что до сегодняшнего дня отрасль экологии в цифровизации, в цифровой трансформации, как понятие, отсутствует. Но просто экологии в перечне тех отраслей, которые подлежат цифровой трансформации, до сегодняшнего дня нет. Хотя ситуация меняется. Меняется. Вот тут я должен обратить внимание, что Министерство природных ресурсов начало масштабную работу, реально масштабную работу по подготовке кадров, потому что кадры решают все. Те, кто должен будет в отрасль эту цифровую трансформацию вводить, внедрять, объединять все эти многочисленные разрозненные базы данных, вырабатывать правила, формировать повестку использования этих данных, которые позволят в конечном итоге всем нам пользоваться этими огромными массивами данных, этими инструментами, которые на сегодняшний день в мире существуют и активно используются, по крайней мере, в области адаптации к изменению климата. Есть замечательные европейские инструменты, такие как Коперник. Есть системы в Соединенных Штатах, которые позволяют даже вплоть до уровня дома рассчитать, не привлекая никого, дистанционно получить информацию, ее обработать и получить предложение по адаптации собственного дома к условиям изменения климата на перспективу, неважно, где дом на территории Соединенных Штатов находится. Хотелось бы к такому тоже прийти, я надеюсь, что мы к этому придем. И вот в преддверии наших активностей хотелось бы представить доклад старшего координатора направления климатической технологии и инновации Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, господина Карлоса Чандуи Суареса. Добрый день, Карлос. Вам слово. Добрый день. Видно на экране? Да, видно и хорошо слышно. О, хорошо. Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Я очень рад, очень жалею, что не могу с вами быть сегодня. Но решил поделиться с вами какие-то мои
задумки, как мы говорим о экологии и какое влияние делает сейчас дигитализация. Я сейчас, пока твою презентацию, я хотел бы поделиться с вами мой экран, но я буду на английском языке. Извините, пожалуйста, да? Прошу прощения, но лучше всего поговорить по-английски. Видна презентация? Нет, пока нет, сейчас подключают. Да, презентацию видно, только не на весь экран. Сейчас мы делаем. Да, все сейчас хорошо так видно, спасибо. Хорошо. Да, спасибо, все, все. Надеюсь, сейчас переводчик уже готов. Надеюсь, что... Thank you again very much indeed. Thank you for the invitation. За приглашение. Last year, I believe I was with you. This year, unfortunately, I cannot participate. But I wanted to share with you some ideas about the digitalization. Некоторым идеям относительно цифровизации. Прежде всего, в прошлом году, в 2020 году, мы все столкнулись с одинаковыми проблемами. Пандемия COVID-19 изменила наши жизни. И сегодня мы говорим о 2-3 года назад. Это было еще нечто новое. Сейчас у нас появились проверенные эффективные технологии. 2020 год привел к цифровизации промышленности, поставщики облачных услуг, искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные. Все они изменили, все это изменило нашу жизнь, наше общество. И проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись, мы теперь имеем возможность заняться разработкой новых подходов к экономике. Я говорю о искусственном интеллекте, об облачных технологиях, об машинном обучении. Все это возможности, которые полностью изменили наш подход к экономике. Мы в Европе до сих пор сейчас живем на карантине и имеем ограниченный доступ к различной, к общественной жизни. Я слышал, что в России это не так. Но я хотел бы рассказать об основных событиях, которые произошли у нас в последнее время. И мы эти технические достижения, мы, конечно же, говорим о климате, мы говорим о зеленой экономике. Сейчас у нас есть возможность использовать ноу-хау для решения конкретных задач. И прежде всего в России столько хороших математиков в Москве, в Санкт-Петербурге, которые являются отличные профессионалы, отличные специалисты, работающие в международных компаниях. И прежде всего в городах мы можем... которые могут заняться вопросами зеленой экономики. Позвольте мне привести некоторые цифры. Цифровая трансформация на рынке, это рынок оценивается в 3,3 миллиарда долларов к 2025 году. И на рынке искусственного интеллекта мы ожидаем, что этот рынок будет расти на 42,2% в год в период с 2020 по 2027 год, и общий объем рынка составит 733 миллиарда долларов. Что касается уровня, что касается машинного обучения, в прошлом году, благодаря или в связи с пандемией, нагрузка на окружающую среду снизилась, но мы продолжаем. Но, тем не менее, температура, среднегодовая температура по-прежнему повышается. И нам
нужно снизить это повышение для того, чтобы избежать необратимых изменений. И, наконец, как я уже сказал, 6,8 триллионов долларов составил общий ущерб валового национального продукта от пандемии COVID-19. И что касается восстановления в Китае, экономика Китая уже начала расти. Насколько я знаю, Россия также растет. Сейчас у нас есть возможность связать это восстановление с цифровой экономикой, с зеленой экономикой. И у нас есть ресурсы. У вас, прежде всего, у вас в Российской Федерации есть для этого необходимые ресурсы. Я хотел бы сказать о следующем, очень коротко. На уровне правительств, на уровне региональных правительств мы видим принятие решений, машинное обучение, решения, связанные с машинным обучением, которые могут использовать при проектировании энергетических сетей, позволяет нам устанавливать сенсоры, облачные решения, которые удаленный контроль управления энергией, позволяет нам эффективно использовать энергию в зданиях для того, чтобы для управления, а также эффективно управлять дорожным движением, сокращать потребление энергии, сократить количество использованных нетвердых видов топлива. И это поможет нам повысить нашу эффективность как на уровне правительств, так и на региональных, на местном уровне. Также, конечно, в сфере сельского хозяйства произошли существенные положительные сдвиги. И в целом большие данные, они также позволяют сегодня, когда мы говорим с инвесторами, инвесторы сейчас лучше осведомлены о политической повестке, о экологической повестке, и это большие данные позволяют нам принимать более осмысленные решения, и таким образом, как те или иные инвестиции повлияют на жизненный цикл продукта, на как этот продукт, где он произведен, каков был эффект, какие были последствия. И реализация этой информации дает нас, как обществу, возможность быть более прозрачным и выбирать лучшие технологии. И снижать нагрузку, повышать эффективность. У нас есть инструмент, и нам обязательно нужно им пользоваться. Есть некоторые решения, которые хотел бы вам показать. Их так много. И некоторые города мира являются здесь настоящими лидерами, пионерами. Мы говорим о цифровизации экономики, но на сегодняшний день эти инициативы пока являются изолированными, отдельными. Но уже сейчас создается инфраструктура, которая позволит создавать эффективные системы управления энергетикой, которые позволят контролировать и умные системы. И различные технологии сейчас уже для этого уже доступны.
Что мы можем сделать в городе? Как их реализовать? Как повысить эффективность? Для этого существует на уровне городов. Нам нужно поощрять развитие экосистем, использующих эти технологии. Прежде всего, не только в Москве, не только в Петербурге, где живут выдающиеся математики. Я учился в России, я знаю, что здесь математическая школа одна из лучших в мире, и математики из России работают во многих ведущих учреждениях мира. Как эта информация, как эту силу знания можно использовать и создание экосистем, платформ, где вы совершаете пространство, вы координируете работу некоммерческих организаций, журналистов, которые освещают данные процессы совместно с правительством, для того, чтобы создать стартапы, для того, чтобы находить новые решения, для того, чтобы приводить экономику, корпоративный сектор, инвесторов, находить консенсус между этими силами и правительствами, и использовать. Это, прежде всего, вопрос политический. Мы можем соответствовать различным требованиям, удовлетворять требованиям законодательства, консолидировать это. И эта цифровая трансформация позволит нам. Цифровая трансформация сегодня часть глобальных процессов. И нам нужно задуматься о том, как мы можем, как цифровые технологии и сотрудничество всех заинтересованных сторон. Я хотел бы в заключение сказать, что у нас есть способность снова вновь запустить, оживить нашу экономическую систему с учетом потенциала, который дают нам технологии и цифровизация технологий. И это идеи, которыми я хотел с вами поделиться. Я боюсь, что я не смогу ответить на вопросы, но я хотел бы поблагодарить за то, что вы пригласили меня. И для меня было большим удовольствием слушать предыдущие презентации. И я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем увидеться. Спасибо за приглашение и за возможность принять участие в вашей дискуссии. Спасибо. Thank you very much, Mr. Suarez, for your brilliant presentation. Вы презентацию. Весь пласт экологических проблем подняли, исходя из той ситуации, которая с ковидом сегодня во всем мире имеет место быть, и нарисовали те перспективы, которые действительно не воспользоваться ими, наверное, будет неразумно с точки зрения человечества в целом. А то, что это правда перспективы и возможности, с одной стороны, это колоссальный экономический эффект, с другой стороны, социальный эффект, ну и, безусловно, природоохранный эффект. Большое спасибо. У меня просьба от организаторов. Можно ли будет вашу презентацию разместить на сайте Экспофорума с другими материалами, чтобы слушатели могли познакомиться с презентацией полноценно. К сожалению, не все изображения достаточно крупные, чтобы видеть их на экране монитора. Я думаю, спасибо, что это большое. Возможно. Прекрасно, что ЮНИДА озабочена вопросами цифровизации, но и в Российской Федерации у нас есть локомотив цифровизации в нашей стране, и это, безусловно,
Академия государственной службы при президенте Российской Федерации. И сегодня у нас директор Северо-Западного института управления Российской Академии Народного Хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Шамахов Владимир Александрович. Владимир Александрович, прошу вас. Само? А, замечательно. Спасибо большое, Иван Александрович, Денис Сергеевич. Я впервые на этом форуме. Мне очень интересно и полезно, надеюсь, так же, как и всем участникам. Яркие очень спикеры, много интересных предложений, дискуссионных вопросов. Ну, уважаемые коллеги, в свою очередь позволю напомнить, что глобализация и постоянно возрастающий темп урбанизации во всем мире, в том числе и в России, неизбежно сопровождаются ростом числа экологических проблем, значительная часть которых связана с непланируемым увеличением концентрации населения в городских территориях. Но вот в России уже более 75% населения проживает в городах, и тенденция к росту этой численности продолжает нарастать. Ну, пока это вполне, наверное, можно сказать, естественный процесс, так как экономические, бытовые, социальные, культурные условия в крупных городах несоизмеримо лучше. Однако в связи с этим обостряются старые и появляются новые угрозы ускоренной урбанизации, реально влияющие на ухудшение качества жизни человека. Вне всякого сомнения, экологические проблемы больших городов, а это главная тема нашего сегодняшнего форума, требуют и, соответственно, новых подходов, и особо выделю новых управленческих решений с учетом внедрения современных цифровых технологий, в том числе в системах жизнеобеспечения таких мегаполисов, как Санкт-Петербург, где, как мы знаем, проживает почти 5,5 миллиона человек. И еще раз позволю напомнить, что Петербург вообще-то 4-й по численности город Европы. Основные экологические проблемы города, ну, в принципе, они давно известны. Это загрязнение воздуха промышленными выбросами и выхлопными газами автомобилей, загрязнение Невской воды промышленными и бытовыми стоками, диффузное загрязнение воды органическими веществами сельхозполей, а также повышенный уровень шума, загрязнение почв промышленными объектами, проблемы утилизации твердых коммунальных отходов, сокращение зеленого пояса города, ну и многие другие. Необходимо отметить, что правительством города в последние годы предпринимались различные меры улучшения экологической ситуации. К наиболее успешным из них можно отнести строительство главного канализационного коллектора северной части города. И сейчас у нас проходит очистка уже более 98% сточных вод, а также реконструкцию действующих и строительство новых очистных сооружений, установку шумовых экранов на транспортных магистралях и такой, ну, можно сказать, решительный шаг, как передача под федеральную юрисдикцию особо опасного объекта полигона «Красный Бор». Отрадно также, что промышленное строительство постепенно смещается за пределы жилых кварталов. Ну, однако, и к сожалению, экологическая ситуация в городе, по мнению экспертов и экологической общественности, продолжает ухудшаться. Решение, очевидно, необходимо искать в совершенствовании, как я уже говорил, управления путем создания новых цифровых технологий, внедрение которых в систему управления городским хозяйством может стать основой для ускоренного решения экологических проблем. При этом, конечно, необходимо использовать предложения, основанные на результатах научных исследований и широкого общественного обсуждения и успешного практического опыта, чем, собственно, и занимается наш форум.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» сейчас реализуется ведомственный проект Минстроя России «Умный город». Утвержденный Минстроем стандарт этого проекта включает мероприятия по 8 направлениям, среди них такие, как городское управление, инновации для городской среды, умный городской транспорт и интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности. Ну, правда, не все инструменты этого проекта могут быть одинаково успешно использованы применительно к условиям различных районов Санкт-Петербурга. Но есть первоочередные и неотложные задачи, требующие применения современных технических решений. Ну, вот, на наш взгляд, умный город – это прежде всего умное решение и умное управление. Ну, например, такие проблемы, как загрязнение воздуха и промышленных выбросов. Ясно, что необходима повсеместная установка высокотехнологичных систем очистки. Заводы и теплоэлектростанции должны быть оснащены комплексом мощнейших фильтров для улавливания газообразных отходов. Но поскольку речь идет в основном о частных предприятиях, они когда-то были государственные, а теперь они практически все частные. И, как мы знаем, заставить их весьма сложно. Поэтому вот как раз нужны меры экономического стимулирования собственников для закупки и установки упомянутого оборудования, возможно, налоговые льготы в пределах полномочий города. И, конечно, необходимо широкое общественное обсуждение и усиленный государственный контроль и народный контроль. Второе направление развития экологичного транспорта. Умный транспорт – это современный общественный электротранспорт, электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом, маршрутные электро- и водные такси. Необходимы также новые технологические решения по совершенствованию дорожной сети, обособление трамвайных линий, выделение полос для общественного электротранспорта, а не всего, развитие сети подзарядных станций различного типа. Застарелой проблемой города, и не только нашего города, является сбор и утилизация твердых коммунальных отходов. Уже 2 года у нас в стране осуществляется переход на новую систему обращения с ними. Паспортом нацпроекта «Экология», например, к 2024 году на переработку должны отправлять 36% бытового мусора, а на сортировку 60%. Санкт-Петербург также участвует в реализации этой реформы. Разработана территориальная схема обращения с отходами, определены 2 региональных оператора. Однако реформа разворачивается, ну, медленно, скажем так. В городе всего 2 действующих мусороперерабатывающих завода и более 10 полигонов для хранения отходов. Ежегодно город производит более 10 миллионов кубометров мусора. Ну, производит, естественно, в кавычках. Практически не изменились правовые и финансовые условия обращения с ТКО. Хозяйственные субъекты и организации по-прежнему заключают договоры на вывоз отходов с перевозчиками. А это значит, что, в общем-то, вся стоимость услуг поступает перевозчику, которому объективно, ну, не очень выгодно оплачивать переработку, ему дешевле везти на свалку. Возможно, отчасти и поэтому реформа пока еще слабо работает. Ну, тем не менее, сегодня на рынке предлагается уже много современных технологий переработки ТКО, в том числе в потребительские товары. Например, группа компаний «Спецтехника» предлагает установки для утилизации неперерабатываемых отходов, так называемых «хвостов». А это вообще большая проблема. Внедрение же данных установок позволит утилизацию неперерабатываемых отходов без их захоронения на полигоне. Предприниматели
предлагают к внедрению целый ряд реальных проектов, причем не требующих государственного финансирования и уже работающих в других регионах, в том числе и в Москве. Это значит, что утилизация ТКО может быть самостоятельным и вполне рентабельным бизнесом при условии гарантированного поступления сырья, ну, в данном случае сырье – это мусор. Современные технологии есть, следовательно, нужна новая концепция управления этим процессом с использованием механизмов государственно-частного партнерства, изменения схемы финансирования и договорных отношений участников рынка. Ну, хочу заявить, что Северо-Западный институт управления РАН ХГС, который я возглавляю, готов выполнить эту работу. Приглашаю всех коллеги к сотрудничеству. Еще один пример технологического решения, актуальный для города экологической проблемы – переработка органических осадков сточных вод и органических отходов предприятий и получение органических остатков, пригодных для производства удобрений. Сегодня эти органические отходы сжигаются либо выводятся на специальные полигоны. К нам обратилась компания «Агробиотех» с предложением о поддержке проекта строительства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области опытной установки по переработке биологических осадков сточных вод и иных органических отходов. Этим проектом уже заинтересовались водоканал Санкт-Петербурга, Ленводоканал, ряд крупных торговых сетей. Наш институт поддерживает этот проект и полагаю, что нужна еще, в общем-то, и административная поддержка органов власти регионов. Наш институт, как образовательное учреждение, также готов внести свой конкретный вклад в решение экологических проблем города. Прежде всего, это профессиональная подготовка кадров и экологическое воспитание молодежи. С этого года экологические принципы заложены в стратегию развития нашего института. Теперь экологичность – один из наших ключевых принципов, в рамках которого институт декларирует системный подход формирования образовательных курсов и проведения научных исследований. В прошлом году в рамках программы по дополнительному профессиональному образованию во взаимодействии с возглавляемым вами, Денис Сергеевич, комитетом, как вы знаете, дополнительному 173 руководителя и специалиста из всех 110 органов местного самоуправления муниципальных образований Санкт-Петербурга прошли у нас обучение по программе охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Контент этой программы сейчас расширяется, и в текущем году мы предложим дополнительную тематику обучения, связанную с вопросами цифровизации экологических программ и технологических проектов в области экологии. Приглашаем всех, кто в этом заинтересован, к нам. Наш подход предусматривает приоритет экологической повестки в образовательно-воспитательном процессе. И здесь институт ориентируется на концепцию разумного потребления. Элементами этой концепции является создание системы боксов для обмена одеждой на факультетах, а это 16 тысяч студентов, экоурны для батареек, люминесцентных ламп и прочих опасных отходов. На наших площадках регулярно проводятся молодежные экофестивали, в рамках которых студенты и сотрудники могут сдать на переработку ненужные учебники, распечатки, конспекты. И делается это не просто так, а в обмен на скидку в столовых, скидки у наших бизнес-партнеров, а также на продукцию с корпоративной символикой института, ну, также и другие приятные бонусы, которые молодежь очень активно изучает и использует. В библиотеках института планируется также создание зон для буккроссинга. Уважаемые коллеги, в заключение хочу отметить, что Санкт-Петербург является
у него много разных титулов, в том числе и столичных. Так вот, Санкт-Петербург является крупнейшим центром изучения проблем арктической зоны Российской Федерации, фактически воротами в Арктику. Именно у нас формируется около 90% грузооборота Северного морского пути. Отсюда стартуют в Арктику и многие инвесторы, и российские, и зарубежные. Поэтому мы считаем, что проблемы сохранения хрупкой экосистемы Арктики нужно решать здесь, в Санкт-Петербурге, объединяя усилия науки, власти, бизнеса и общественности. В этом году наш институт начал взаимодействовать с недавно образованным российским экологическим движением, ассоциацией полярников, и мы готовы продолжить совместную работу по разработке экологических стандартов, в том числе для применения их и в Арктике. Спасибо за внимание. Всем хорошего иммунитета, пока непростых экологических условиях большого города. Спасибо большое, Владимир Александрович. И в завершение нашей сегодняшней пленарной сессии хотелось дать слово Кузьменко Святославу Владимировичу, исполнительному директору международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды». Все-таки бизнес – это движитель прогресса, в том числе и экологического. А кластер – это объединение разных бизнесов, и приятно, что такой кластер есть у нас в Санкт-Петербурге. It's several businesses. So it's good to have this cluster in St. Petersburg. Good afternoon. Can you hear me? Hello. Добрый день, уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа. Спасибо за возможность представить кластер. Замечательная площадка. Могу сказать, что я подделал свою презентацию. Сейчас ее немножко по ходу даже буду комментировать по-другому, потому что предыдущие ораторы заложили такую основу. Были такие замечательные выступления, где хочется немножко что-то продвинуть и что-то сказать в рамках того, что мы делаем практически. Я сейчас вам скажу вот о чем. Я сейчас назову те главные инициативы, которые мы сегодня обсуждаем в рамках кластера и во взаимодействии с федеральными органами и органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также широкой общественностью, наукой. Значит, первое – это о том, что сейчас мы рассматриваем возможность и предложили это сформировать рынок Эконет, рынок в рамках национальной технологической инициативы. Вот вы видите сегменты рынка чистой технологии, промышленный симбиоз и зеленые финансы. Эксперты оценивают этот рынок в рамках научно-технической инициативы, да, там больше 27 триллионов долларов. Так. Значит, одна из основных идей – это формирование, создание экосистемы промышленного симбиоза в России через создание таких центров. Я сейчас немножко скажу об этом. Мы это делаем сейчас совместно с Агентством стратегических инициатив. Эта инициатива вошла в топ-100 идеи, которые поддержаны ОСИ, и в топ-8 по направлению зеленая экономика. 21 числа января у нас подписано соглашение о сотрудничестве между кластером и ОСИ. Не буду подробно останавливаться. Я думаю, что будет потом размещена презентация. Вы посмотрите, да, какие есть инициативы. Могу сказать, что мы плотно работаем с другими регионами, не только с Санкт-Петербургом, работаем с другими государствами. И вот могу сказать еще, что очень важно, что вот зеленая дипломатия, она работает. Она работает нормально, потому что у нас в кластере присутствуют компании из Финляндии, Норвегии, Дании, в том числе присутствуют японские компании,
заместитель министра выступал, что очень отрадно. Все проявляют большую инициативу, все работают на рынке Санкт-Петербурга и решают совершенно конкретные практические вопросы. Значит, для предложения, которое у нас сейчас существует для регионов, и оно поддержано ОСИ, это мы должны сформировать перечень инновационных и технологий, да, в области промышленного симбиоза, создать национальную цифровую платформу и создать такие пробные, такие, скажем, пилотные экоиндустриальные парки в 50 из 85 субъектов Российской Федерации. Значит, остановлюсь, центр промышленного симбиоза. У нас этот проект запущен уже, он работает, он находится недалеко от экспофорума. Если вы смотрели программу, то вот после окончания как раз этого заседания, параллельно еще идет у нас заседание, где рассматривается более подробно этот вопрос, да, в рамках Дней Балтийского моря, и будет экскурсия, и можно познакомиться с центром промышленного симбиоза. Это вот то, о чем говорили предыдущие ораторы, когда там совершенно конкретные решения есть, когда сырьем для одной компании являются отходы от другой компании, при этом это уже решено на практике. Причем это происходит с участием, так сказать, и иностранных технологий, и в рамках приграничного сотрудничества. И, конечно, мы гордимся этим проектом. Да, он пока небольшой, но он заработал и показывает, что то, о чем говорили выступающие выше, вполне возможно, и оно совершенно реализуется, причем реализуется как коммерческое решение. Я думаю, что в рамках программы презентации, когда она будет размещена, вы все это посмотрите. Могу сказать, что у нас есть также различные проекты по созданию сети региональных кластеров чистых технологий с поддержкой Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, ОСИ тоже. Не буду на всех проектах останавливаться. Могу сказать вот сейчас об одном из проектов, да, где мы говорили о нагрузке, уменьшении нагрузки окружающей среды. Это такой у нас замечательный пилотный проект, когда был проведен комплекс по энергосбережению на типовом доме 137 серии без привлечения бюджетного финансирования. Были привлечены деньги норвежского негосударственного пенсионного фонда. Компания, учрежденная этим фондом, является членом кластера. Работали наши российские компании, ну, с привлечением, ну, скажем, таких международных грантов, например, как Danfoss, да, но с учетом того, что они уже работают по программе импортозамещения производства, размещено на территории Российской Федерации, результаты замечательные. Я не буду говорить сейчас о экономических результатах, они положительные, но скажу о том, что нагрузка на окружающую среду, углеводородный след уменьшился почти на 25% по сравнению с аналогичными типовыми домами. Есть расчет, произведенный в рамках проекта «Катапульта». И это замечательный результат. Я думаю, что если это тиражировать, а это совершенно типовой дом, никакой не специальный, нет там специальных жильцов, там обычные люди живут такие же, как мы с вами. Да? Единственное, что, конечно, были применены наработки и опыт наших скандинавских партнеров, их умение, скажем так, планировать финансовые результаты, применять наилучшие доступные технологии. И еще хочу сказать, что вот на примере вот этих проектов есть несколько вопросов, которые относятся к федеральным органам власти. И в первую очередь, вот когда мы говорим об уменьшении нагрузки на окружающую среду и снижении углеводородного следа и так далее, да, я считаю, что без Министерства экономики, без Министерства финансов, без Центрального банка Российской Федерации обсуждать это можно, но не всегда эффективно, потому что необходимо разрабатывать фискальные меры специальные, да, которые бы это стимулировали, изменять монетарную политику,
И тогда не только за счет того, что необходимо законодательно регулировать, но и создавая хорошие положительные экономические условия для субъектов хозяйствования, в том числе для домохозяйств, мы сможем очень быстро перенастроить, вот как показывает пример, быстро перенастроить всю нашу городскую среду на достаточно, ну, скажем так, на более эффективное функционирование. Тем более, что вот сегодняшнее выступление, и очень хорошо, что предыдущих ораторов там было сказано о том, как реагирует руководство Российской Федерации, очень замечательно. Я могу сказать, что вчера мне только попалась, она была вчера опубликована, заметка госпожи Урсулы фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, и господина Хойера, это руководителя Банка развития европейского, да, теперь он климатический банк, очень, и все, о чем мы сейчас говорим, это все созвучно, там об этом, обо всем написано, это к вопросу о зеленой дипломатии, что мы можем очень хорошо взаимодействовать на этом уровне. Могу вам сказать сразу, что вот уже под конец про кластер немного скажу. Кластер не получает бюджетного финансирования прямого, то есть участники кластера только зарабатывают деньги сами. Выручка у нас за 2019 год, за 2020 год еще нет данных от предприятий кластера на территории, причем подчеркиваю, не на территории Российской Федерации, а на территории Санкт-Петербурга, более 20 миллиардов рублей. Сегодня у нас 61 участник кластера. Кластер признан самым информационно открытым кластером среди других кластеров Санкт-Петербурга. Я еще раз хочу сказать большое спасибо за возможность презентовать то, чем мы занимаемся практически. На сайте кластера есть описаны все проекты по всем направлениям. Мы максимально открыты и показываем даже там внутреннюю финансовую кухню по многим проектам. Можно зайти, посмотреть, как это реально функционирует, с какими экономическими результатами. И в заключение хочу сказать, что, честно говоря, был очень приятно удивлен презентацией руководителя департамента Москвы. Вот взгляд на экологическую политику, да, на устойчивое развитие и их понимание места и роли департамента. И хочу сказать, что думаю, что комитету по природопользованию надо объективно готовиться к тому, что рост и вес комитета в решении вот всех городских задач, да, всех городских задач будет возрастать объективно, потому что вот этот экологический образ мышления, он начинает пронизывать всю нашу жизнь, и мы должны быть готовы к этому. Но могу сказать, что вы много делаете очень полезных вещей, но необходимо еще немножко это внедрить, как бы при принятии решений вашими коллегами из других исполнительных органов власти, в первую очередь. Спасибо за внимание. Информацию о кластере можно будет узнать, посмотреть. Если есть вопросы, я думаю, потом сможем пообщаться в кулуарах. Спасибо. Спасибо, Святослав Владимирович. Дорогие друзья, на этом часть докладов, вернее, пленарная часть с докладами завершена. Мы немножечко с вами перебрали время, ну, совсем чуть-чуть, буквально 10 минут. Я думаю, будет справедливо все-таки, если мы дадим возможность коллеге хотя бы по одному вопросу каждому из участников этой сессии задать, если вы не против. У нас есть два микрофона в зале. Ну, давайте так, три вопроса из зала. Ну, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники форума. Главный редактор газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский. Издаю газету 21 год. И, конечно, от имени нашей газеты поздравляю всех с этим юбилейным экофорумом. Это большое достижение для Санкт-Петербурга. У меня вопрос, я буду краток, чтобы успели другие еще задать вопрос. Конечно, наш комитет, экологический комитет, который возглавляет Денис Сергеевич Беляев, делает великое дело, большое дело, так же, как и водоканал.
Вот, но у меня, исходя из моей практики реализации экологической журналистики и политики, есть предложение, которое, возможно, будет поддержано и нашим комитетом, и губернатором. А хочу сказать, что губернатор создал в Санкт-Петербурге экологический совет. Это впервые. Впервые в декабре первое заседание прошло. Впервые для нашего города. И вот у меня такое предложение. Поддержите вы или нет, Денис Сергеевич, двигаю идею учреждения Дня Невы. Вот у нас в России есть день реки Лена, и даже памятник реке Лена якуты сделали. То есть у них отношение особое. День реки Волга есть. Других нету. Ни Дона, ни Невы, ни других рек. А для Санкт-Петербурга, как культурной столицы России, Нева является живой водной артерией, которая, на основе которой формируется все, и культура в том числе. Но в сознании многих граждан не входит Нева как именно экологическая живая артерия. Поэтому у меня выстрадана идея, региону нужен день воды. Но это мое мнение. А вот как мнение у комитета, у губернатора и у других людей? Поддержите или нет? У вас какая-то конкретная дата есть, вы предлагаете? Обсуждаемая. Завтра на круглом столе. Нет, просто это очень важный вопрос. Подождите. Мы должны как-то концентрировать усилия все-таки по некому, ну, историческому, может быть, принципу даже в этом. Вы подумайте, так как идею саму очень даже поддерживаю, разделяю, и думаю, что ни один здесь человек, которому, ну, неравнодушно, не то что там отношение к природе, там и к реке, и к городу, и к области, это касается не только Санкт-Петербурга, да, это общий такой должен быть праздник. А я уж, если взять бассейн реки Волги, так там вообще там сколько субъектов, да? Это общая задача, общая цель, и я думаю, что нужно приложить к этому некие еще усилия, изыскания, как-то поисследовать вопрос. А так принципиально, да, принципиально за, готовы. Тем более, что, опять же, губернатором было сегодня объявлено, что этот год региональный, год экологии. Думаю, что все ваши инициативы, как я уже говорил, предложения, они будут рассмотрены, приняты, и давайте как-то совместными усилиями поизучаем и подумаем еще по поводу даты. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Устали. Все, тогда большое спасибо. Впереди еще много интереснейших событий, круглых столов. Ждем вас там обсуждать уже более детально те проблемы, которые сегодня были крупными мазками обозначены, показаны. Большое спасибо.